Всем привет! Сегодня мы будем сражаться с Годнем. Это будет эпичная битва, потому что мы потратили 2500 золотой пыли. Ну чё, я Рики? Да, Рики, Некро. Рики. Ну, вроде пока всё нормально. Давайте пикать вайпер. Блин, вы бы знали бы, какой упоротый новый сет на Некро. Он... Ну и шо, они не пикают. О, да! ГГ, короче. Ничем мы зря тратили, брат. Не правда. Ну, правда, я могу еще начать такую игру. Говно, у меня уже вся соль исчезла. Это, кстати, по-моему, последний день режима. Первый ульт. Покупайте по две мины, ребят. Первый ульт. Ульт и первый скилл и плюсики. Ну так, и что мне закупаться? Второй скилл еще за Макси, второй скилл. Да, да, и что мне закупать? Тебе... Все, что хочу? Что-нибудь на хп там, Бладстаун, каких-нибудь, не знаю. Бладстаун. И ботинок Форсбутс, который. Ага. Так, и почему? И что? Пошли эти мины ставить. Ребят, быстрее. А, суть, короче, это имба... Ой, не по прокачам. Суть это имба сборки, короче, это мы ставим вот эти вот мины. Мы берем Некра, и тут понеслось. Короче, первый скилл по КД в него швыряй. И ульту тоже. Четыре мины. Рики поставил мину? Это шмара не успеет. Сейчас Вайерка второй раз сейчас поставит. Давай, Варлокер. Варлокер, ты еще. Такой пукан хулиган. Смотри сейчас. Кого Варлок? Миша первый. Ты сейчас. 308 уже вот косари урона нанесли. Подождите, сейчас у него хвоста не будет, ребят. Все, хвоста нет. Все, объем по пузику. Смотри, мои големов и фекаль. Вау, 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 какие дерзкие, на что поменяешь? И на что? Топа, они из сундука из нового? Да. А, да ну говно какое-то, мне нравится. Только сразу. Да-да-да. Да нахрен так жить. Бах. Он чутка, у него пукан пригорел, по-моему. Нифига, големов. Кодня чутка пукан пригорел. Куда ему бить-то? Ну, от слуха. Хваст. В Нави хваст, бей его. Големами. Рики, ты это, ты не бей его, ты... Ты бегаешь, блядь. Да ладно! Бо! Мне что-то кажется, что от этих двух не надо возрождать, как они льются по КД. Нам надо Варлока и Некра... Нет, тебя отвлекать будут. Ауч, вот это неожиданно. Я ожидаю, не правда ли, да? Да вы задолбали. Вы все, рядом, там. Ты вообще мне ничего не делал, дура. Так тебе и не надо поднимать ей. Первый скилл юзай. Варлакер. У нас просто бог лечей. У нас бог просто лечей. Напишите, чтобы он, или скажите, чтобы он ульту заюзал. Ульт юзай, лич. Бич. Ауч. Бьем рок. Ауч. Сталина, убей. Сейчас он отойдет. Короче, прячемся. Тут если бы не, ну мы 500 нанесли уже, в принципе, дадут. Он так его вешает нормально. Типа не плачь, да? Да-да-да. Бах! Самое как важное ты... в этом режиме это вот этот вот вар... Ой, не кросс варлок. Да, не, хвост не надо, лучше по голове им. Ауч!
Хвост-то я ему сломаю с одного удара. Ну ломай. Ну ульта откатится. Ну хвост лучше бы били бы, когда у него он фуловый. Напиши, чтобы они не били хвост, я ему просто... Хвост не бей. А у тебя что, мут что ли? Что сам ты не пишешь? У меня еще... У меня 29 часов мута еще. Ночь призраков по баще была. Ну, да. Знаешь, тут... А тут ходишь с кем-то чемпионской? Ну там шмота можно было, конечно, побольше нафармить, но тут жесткий а шмот, тут красивый. Нет, какой-то реально чебурашку стоишь, месишь. Ну зачем она подошла, вот только будь дура. Пэр, уйди, Рики оживляй, что ты тупой. Ты не, хвост убил. Да ёбан. Ну нахрен иди, я и такого заждаю. Все требуют от Рики возрождения. Эй. Сейчас еще до ВР-ки бежать. Нет, там нет. Да вы задрали сливаться по КД. У нас один некро еще ни разу вроде не сдох. Дай. Пошел нахрен. Ну резай ты его, вот. Резай, мы пока что забьем. Короче, говори, когда рок фуловый, то бейте рока, когда, короче... Рок фуловый. Ну, бейте так, в рок. А, я вот это больно вообще очень. Я ему в рок назад не могу бить. В рок? Что такое? Ауч. Отпрыгнуть надо. Блин, я прыгнул ровно туда, куда он целился. Вау. Давай. Должен. А ты, Киря, уже раза три слился в тот момент. Пять. Подними меня, Рики. Ты где, вон ты еще? Опять эти говняки? Не ссы, они не нанесут тебе много дамагу. Ты, главное, не на линии огня не стой. А помнишь, как мы на Врей, знаете-то, троллили школьников, да, такие? Да. Поднимаем и такие, оп, не хотим. Хвоста домашних, хвост. Не-не-не, сейчас я... Первый скилл варлок повешал, да? Всё. Yes. Спасибо, что откинул прыжок. Так, ну я не мало так тут думаю, куда нанёс. Это ловушка такая? Да. Но кто-то ей сильно криванул и бах! Вы это видели, да? Да, видели? Да, видели. Поднимал бы её этот. Давай. Ах! Сейчас бегите. Да я вообще не успеваю дойти. О, рога. Варлок, первый скилл. Ну, я пеший. Все, бейте ему по пузику. Чешите ему пузику. Какая говняха пала. Че я по хвосту? А теперь бы... Не-не-не, можно не бить хвост. Когда твой первый скилл висит, можно бить в тело. Там дамаг по хвосту точно такой же будет лететь, как и просто по хвосту. Что-то я еще ни разу не видел, чтобы он ветер юзал, или я просто такой слепой. Он юзал, но мы прерывали. Я ему прерывал. Я вообще не смотрю на его скилл, я просто его бью там. Что-то делаю. Ауч. Я вот думаю, может быть, на две части разделить это видео, чтобы интереснее. О, я так и знал. Я молодец, я упрыгал, я молодец. Давайте по хвосту чутка буквально. Ой, пипец, варлок. О. Давай. Ладно, все, короче, бах. 11к дамагу. Это сила некра. Нет. Сейчас 13 секунд и начнем мне бомбить. У меня ульта катится. Ну как думаете, сколько мы примерно заработаем? Мне поровну. А мне не поровну, где 2 карты соли поставить. 3, 2 с половиной. 2 с половиной. Где? Ага. Я тоже потерял. Ну и зачем она выкупилась? Она бы мне... А, значит, я такой слепой. Бам. Так, ладно, давай ударяем. А чё он устал? Бедный. Короче, мне сейчас ультануть в хвост, и у него там уже будет где-то 1/3 такого хвоста. Давай ультуй. Бам!
там. Потерю, блин. Все, я сняну. Жалко, всем голды. Блин, я помазал. Все, короче, ультфост. Бах. Вау, нифига он прыгнул. Ульт в рог. Так, у нас тут там... Блин, у меня чутка подлагивает. Ребят, блин, вы... Что они отмечают? Ловушку. Вау. Бах! Я еще прыгнул. Хвоста, хвост, хвост. Я мать там мать. Типичный дочер. Уходите, он сейчас бомбит. Да, у него из жопы только что это. Две кларики выпало. Банк из головы, не знаю, у него из жопы. Банк из головы, не знаю, из жопы. Так, у нас никто еще не умер. Так, что? О, Скейру. Парочку Скейров бистов восстановилось. Вот сейчас я чувствую этот вид. Сейчас он меня... Жопой чую, да? Спасите! Я не могу шевелиться. Ай-яй-яй-яй. Блин, вот второй раз. Прерывай. Еще вот это вот, этого, Тускара. Чё, куда ему пинать? Так. Где твоя ульта? Хвост, хвост ломайте. Фига у тебя 500. Ай-яй-яй, всё, короче, готовьте меня возрождать сейчас. Да-да-да, но я... Скажите, чтобы они уводили его. Готовься меня поднимать. Да-да-да, сейчас он отойдет. Этот, Киря, заори, чтоб они, короче, петухи и валить отсюда. Смотри, да это же Зига, это же Зига. А, фак. Все, 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 все. Все, поднимай меня. Так, мины можно... А, мины еще нет. А мины, они от них толку... А мин нету. Это, типа... От них толку в самом начале только. А где мины? А мин нету, да? И такой гейб, да? Дима, зуба. Мины какой-то. Чё, хватай ему дамажит. Да я не могу по нему тут попасть. Жопки он... ему дамажить надо, хвост. Я не могу по нему попасть, он реально, он скочит везде. Он какой-то быстрый стал. Ай, у меня 7 фпс, тут реально какой-то замес. Да, я сейчас горю в этой блевотне. Я не могу по нему ультануть, у меня реально лагает, это жопа. Да вы задрали сливаться, как хочу. Весело так. Спасай меня. Ты чё, слился? Сейчас спасу, как закончится эта херня. Так, бегу. Тебя чё, голем твой хилит? Нет. Просто... А кто? Так, кто он еще? Лич бич. Бах. Бах. Или. Я причину сделал. Короче, готовься, возрождай пока что этого. Да, меня уносит. Да я сейчас немножко помогу всем. Что, давайте хвост добиваем. Не, хвост не бьем. Я потом усолью ему хвост. Вы в тело бейте, он все равно под первым скиллом этого. Под первым скиллом кого? Варлокера. Там по всему телу точно такой же урон, как ты в хвост. Это кого он жрет? Меня. Ага, как всегда. Постоянно он. Ща-ща, он отойдет, я тебя заеду. Ну вали, жраба. А. Вот это больно. Мне сейчас, пацан, зачем поодинную фигню, кроме салюта? Салюту надо купить и все. Да. Да вы задрали, вы чё? Год за годом. Сказал, я не могу за него играть. Первый скилл, да. Я так. Не про тебя. Ой, фак. Я не успел. Я трупешник так прилетел. Я труп, парень. А, ну чутка. Лич-бич. Бах, все, минус. Минус хост рок. Бах. Видал, я 300 с чем-то урона ему вкинул? Ага.
Ты пока что возрождай, ты возрождай, братан. Все, поздно. Давай по-быстрому. Я не ссы. А, это не ты был. Смотри. Так, я вот добегу до тебя. Я тебя резну. Лич, по-моему, рефрешер вообще юзать не хочет. Все, сейчас сольюсь. Давай, фастом, фастом, фастом подними. Вот зачем вы сюда пришли? Давай, возрождай. Да не подходите, дауны. Я его один резну. Невидимая крыса. И бес все в жопу из Лиза, да. А мне еще выкуп остался. Так, где там Раннер? Где она слилась? Вот она. Меня готовься поднимать. Угу. Сейчас. Ну мы два ляма на них. Нет, только не в меня. И такая ВРка. Сейчас, сейчас, у меня закончится эта херня. Давай, давай. Блин, прям под эту хрень. Блин. Да я вообще не могу отойти. Только отхожу. Ты никогда не отойдешь. Да главное первый скилл кидай. В этом так. Да, хрень. Лучше когда я не кидаю. Тебя-то пикнули... Это ты ворлок. Нет. Тебя пикнули специально, ну, попросили пикнуть. Ты просто, чтобы первый скилл кидал. Для этого ворлок в этом режиме-то и нужен. Это самый просто такой скилл, который дерзкий. О, слушай, я даже не это, не, я даже не улетаю, я не верю в чудеса, но я не улетаю, да-да-да. Но я не улетаю за текстурки, да? Да. Бах! Ауч, я бы не упомянул. Чё она побежала? Давайте, чё, давайте. Я не понимаю, зачем постоянно покупают рапиру здесь? Не знаю. Пойду дальше. Я не знаю, почему не пикают некро, реально. Я сначала думал, не надо никакого некро. Сыграл, короче, две игры за некро и просто там по 4 ляма таких выношу и понеслось. 5 минут нужно пикать некро. Да, потому что, ну... Ну... Я просто простоял эти все шарики летели вместе. Ну первый скилл, давай. А, Б, 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 Рики, застанили. А. Я узнал. Я знал, я ему слился специально. Специально, да, подставка. Тогда до Петросян, да. Приходит Годин в этот военкомат, и ему говорят, Годин ты не Годин, да? Что? Да, до Петросян. Он шутил. Варлок. Отвлекай его. Бах. Бах. Да, и первого скилла ворлока не было. Вот это печаль. Смотри, у него из жопы это говно постоянно выходит. Ау! Вы замечали, что у него из жопы эти шарики помогите выходят? Ой-ё, поднимаем его быстренько так толпой. Он ни одного не ударил просто такой, когда тебя такого зрителя. Днайф рапира. Вай-вай-вай. Лох. Хер тебе врыло, а не ворлок. Сраный урод, да? Да, сейчас тебе врыло, сраный урод. Ой, сейчас меня... Вот, сейчас так вот... Нет, только не торрент. Я чё, под торрент? Нет, я под торрент попался. Вот я неудачник. Я под второй торрент попался. Куда ему бить-то? Хвост, давайте хвост его бить. В Нави хвост. Не бейте его в хвост, не бейте в хвост. Первый скилл ворлок. Да я подбегаю, блин, он прыгает. Я вниз. Короче, готовьтесь. А, я сейчас сольюсь. Если я попадусь, я попал. Не, норм. Я Галену защищаю. Не. Нахрен иди. Я выкупал. Я не люблю, когда мне кто-то помогает. Бах. Бейте ему по рогу еще. Не бей по рогу, не бей. Я его зашвыряю в рог. Я просто ПГГ. Чья это ПГГшная ловушка для беста? О, мы уже больше нанесли, чем мы хотели. ПГГ, торренты! Вообще видел, где я? Да блин, я по два раза уже торрент.
на нем висит какой-то. Капитан, ты Америка, я же вижу. Ты шо, вдруг ты слепой? Не, ну я верю, что ты слепой. Давай, Рики, я тебя надежда, поднимай меня. Он выбрасывает столько банок голубизны. Откуда они у него? Не подарили, дай. Да, не насосало. Не подарили, а насосало. Смотрите, какой узорчик красивый получился. Я помню картинку, видел, короче, там такой хер нарисовали. Кстати, вы играли за Годни? А если его попробовать призвать в через... Ну, его можно призвать, я спрашиваю, вы играли за Годни? Бах. Стой, подожди, сейчас рефреш у меня откатится. Я только не знаю, как он называется. Его там можно как-то спавнить. Видимо, я крышу. Рики. Пять лямов. Размечтался, чувак. Мы рачки. Мы за 19 минут набрали только 3 ляма, а он тут за 6 захотел еще полтора. Хотя легко будет, если вы надамажите ему нами хвост. Блин, я за големами стою вообще пусто. Ну, так за големами и стой. Я все время. Надамажьте ему нави хвост, ребят. Так, кто у нас слился? Где он вообще? На половину нави хвост дамажим. У меня мана вообще бесконечная. Да блин, бил этого, бил Данила. Ой. Да затрали Тарен. Ой, да, бах. Бейте его в жопу. Надо ему, короче, сейчас моя ульта еще одна в хвост ему влетит, и там он. И он дох. Стой, подожди, давай я только ДД замучу. Все, давай теперь. У меня КД. Сейчас. У него 65 дамаг, он ничтожный. 40 секунд бегаем, короче, я там две ульты сразу прожму. Вы не ссыте, она сильно не дамажит. Главное, а если она у вас ударила, сразу убегайте от той точки. Какашки. Катятся какашки, да. Да-да, Чока куда бить? Чока. Годин только что убил Лич-Бич. Эх, зря вот я самоубийца. Он задрал мытьем, постоянно что-то нам командует, хотя я его вообще не слушаю. Сейчас. Да юзай это на этот первый скилл. Все так. Сейчас. Стой, не ультуй, не ультуй, не ультуй. Сейчас у меня. Да, я уже. Есть. Бах, минус флот. 5 лямов. Ты чё, много типа, да? Не знаю, но, по крайней мере, это для меня рекорд это 10 лямов. До 10 лямов добегал. О, все. Блин, я не успел убежать. Да не светит, захилю. Че, порогу ему пинаем? Да, все, уже не надо порогу. Порогу не бьем, порогу не бьем. А! Ни хера. Мне ни одна говнятина не влетит на этом месте. Ауч. Ауч. Ауч! Я бегу Сталина. Возрождай, товарища Сталина. Сейчас я, короче, ему в рог один раз ультану, и там такой дамаг будет, вы охренеете просто. Скажешь, какой конёк? Там, короче, 180 дамагу как минимум влетит. Мне. Тысяч? Да. Ему 2 ДД замутил. Так еще и плюс от Варлока. Давай, бей. Соси, он не будет ничего издать. Давай, ультуй. Я не могу попасть по рогу. Давай, попадай. Бах! Сломал. Бьем в хвост, сейчас, хвост, подожди. Хвост.
ребят. Теперь в тело, раз на нем орлоковская хрень. Готовьтесь, он сейчас будет, короче, пуками дробить. Да, вот. Я за големами постою. А! Но, не за големами хорошо вообще. Меня ни один не попал. Ну где-то 6 лямов наберем я. Давай. Хвост дамажьте ему. Я не попался. Нет, я не попал. Видел, я подлетел. Ребят, надо по-быстренькому. Варлок, кидай на нее. Да сейчас. У него, прикинь, у него полтора... У него полтора ляма дамагу входит. Ой, это хп. О, мины. Мразота ебаная. Бах. Бах. Набрали. Спасибо мне. А где мне спасибо за то, что я такой бог? Не, ну еще один лям. Идиот. Ауч, это было больно. Не, ПГГ. ПГГ. Блин. Рейтинг А. Сколько же мы наберем? Так, это нам дали. Мне на сундук. 1000. Две. Три. Три. Нет, 2750. Ну окей. Ну, вот такой вот эпический выпуск. Я Блум Баунти открываю.